Более 1000 звонков от мошенников заблокировала специальная защитная программа Интерднестркома. Она заработала в Приднестровье с прошлой недели. Программу создали вместе с МВД. Уже с 22 сентября зафиксировано именно заблокированных вызовов более 1000 на те номера, которые были фиксированы именно как мошеннические. И также номера, которые получили оповещение, это уже более 20 000. Программа проверяет все входящие вызовы с международных номеров и те номера, которые уже есть в милицейской базе как мошеннические, программа блокирует сразу. То есть мошенники вообще не могут дозвониться, а о подозрительных международных звонках теперь предупреждают голосом. К вам поступает международный звонок. Если он покажется вам подозрительным, сообщите о нем по телефонам 111 или 102. Такое уведомление теперь звучит каждый раз, когда на мобильный или стационарный телефон звонят из-за границы. Предупреждают о возможных звонках всех. Это функция по умолчанию. Реакции были вопросы, то есть, что это за механизм, что это новое. Просто осведомляем абонентов и все. В случае, если я знаю, что это мне звонит мой родственник, мне неудобно каждый раз прослушивать. Это не принудительно, если вы уверены, вам не нужна эта функция. Она предоставляется, кстати, по умолчанию. Вы можете просто от нее отказаться. Голосовое предупреждение длится 7 секунд. Те, кому не хочется слушать его каждый раз при международных звонках, могут отказаться от этой функции. Для этого нужно позвонить по номеру 1180, рассказали в Интерднестркоме.